Спустя более 4 лет здесь все-таки появилась дорога. Она ведет к улицам Шуйской и вокзальной в карельском поселке Челна. Местные жители на протяжении всего этого времени находились в настоящей изоляции. Благодаря настойчивости сельчан и не без нашей помощи чиновники нашли средства для отсыпки километрового участка дороги вдоль сельскохозяйственного поля. Поселок Челна находится в Пряженском районе Республики Карелия. Через сельское поселение проходит железная дорога, которая разделяет его на две части. Жители двух улиц вдоль реки Челна остались отрезанными от цивилизации и вынуждены пользоваться несанкционированным проходом через железнодорожное полотно. Впервые на эту улицу мы попали еще зимой. Местные жители, в том числе ветераны, пенсионеры и дети, вынуждены на санках перевозить через железную дорогу воду, продукты и переносить дрова. Автомобили оставались на другой стороне полотна. Железнодорожными пленниками люди стали в августе 2011 года. Это был единственный проезд на улицу Шуйская и улицу Вокзальная, к домам, которые теперь остались за чертой железной дороги. 3,5 года назад этот переезд был закрыт. И теперь жители этих домов остались не только отрезанными от поселка, но к ним не может проехать машина скорой помощи и пожарные машины МЧС. Зимой на этих улицах проживает 30 человек, летом около 100. Большинство дачников стали забрасывать свои участки. Просто невозможно добраться пешком, да еще что-нибудь донести. Местные жители боятся остаться и без медицинской помощи. В прошлом году был криз гипертонический у моей мамы. Скорую мы вызвали. Скорой у нас в Челне тоже нет. Скорая приехала из Шуи. Приехали они быстро, но мы минут 30 либо 40 искали друг друга, потому что они не знают, где мы находимся. Умереть же можно в это время. Выживаем как можем. Скоро, если заказываешь скорую, они подъезжают, здесь бывает 1-2 состава стоят. Перелезть не могут, уезжают обратно. Больных протаскиваем под вагонами, если уже в крайнем случае. А если что-то легкое, просто уезжают обратно. После закрытия железнодорожного переезда к многоквартирному дому отказались подвозить газ. Уже несколько лет здесь стоят пустые газовые ящики и не чистится канализация. Но больше всего сельчане боятся пожара. Дома здесь деревянные, а у всех печное отопление. Если пожар, что если пожар? Будет гореть вся улица. И полетят головы всех властей. Потом они будут разбираться, кто виноват. Почти 4 года длится переписка местных жителей и чиновников разных уровней и ведомств. Все они рекомендуют сельчанам пользоваться объездной дорогой через близлежащую деревню Виданы. Но дороги этой просто нет, это совхозное поле. Мы попытались там проехать, но только на внедорожнике. А тут самое интересное. Шаг влево, шаг вправо. Без трактора можно не двигаться. Эта зимняя, уже укатанная жителями дорога, не лучше фронтовой. Трудно представить, как по таким ухабам, например, вести пациента с капельницей или переломом в машине скорой помощи. В основном этой дорогой можно пользоваться только летом в сухую погоду или зимой в сильный мороз. Чаще всего сельская трасса – это разбитая колея, непроезжая грязь, яма, ухабы и лужи. Соседка сверху летом привезла дрова, ее сюда не запустили. Попросила мастера, нет, начальника станции напросила. Тот отказал. Она вот выгрузила на той стороне, потом 3 дня сюда перетаскивала. Как раз было все загорожено, она под вагоны кидала, здесь выходит дальше, в общем. На данном этапе ни один из чиновников, которых уже и сменилось несколько, не может сказать, когда люди, которые проживают здесь, среди которых есть ветераны войны, ветераны труда, бывшие работники железной дороги, смогут нормально в соответствии с Конституцией Российской Федерации, жить нормально. Рядом с обещанной объездной дорогой вдоль речки районная администрация стала активно продавать земельные участки. Фирма-застройщик, которая выкупила земли, по словам чиновников, должна была отсыпать дорогу, но этого не сделала. Новый собственник земли построил дорогу для себя и жителей элитного поселка. Правда, перед этим администрация вложилась в мост, чтобы сюда вообще можно было проехать. Элитный поселок Шуйская Слобода появился здесь, на берегу реки Шуи, несколько лет назад. От продажи этих земельных участков местная администрация должна была выделить средства на строительство дороги для местных жителей поселка Челна. Однако, как выяснилось, участки продавали по двойной цене. В результате районный бюджет потерял более 30 миллионов рублей, а дорога для местных жителей так и осталась непостроенной. После выгодной сделки экс-глава района Константин Гусев предстал перед судом. Правда, расследование этого уголовного дела шло очень тихо. Информация в прессу просочилась на заключительной стадии, когда дело было передано в суд. Тогда Карельский следственный комитет разместил на сайте пресс-релиз о том, что Гусева обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
По мнению следователей, в течение 2 лет с 2011 года по март 2013 экс-глава администрации района незаконно использовал свое служебное положение для личной выгоды. Он решил помочь своему близкому родственнику, действовавшему в интересах одной из коммерческих организаций. Именно его фирма выиграла аукцион на покупку 13 гектаров земли в поселке премиум-класса. Как отмечают в Следственном комитете Республики Карелия, участки родственнику Гусева достались за 5 миллионов, а кадастровая стоимость их составила 36 миллионов рублей. Таким образом, районный бюджет потерял более 30 миллионов рублей. В марте текущего года началось рассмотрение уголовного дела в Пряжинском районном суде под руководством судьи Ирины Кемпинин. Судебное заседание Пряжинского районного суда объявляется открытым. Рассматривается в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гусева Константина Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый Гусев не хотел, чтобы его снимали. Судья удовлетворила его просьбу. Все время, пока шло следствие, он находился под подпиской о невыезде. Уже на первом заседании адвокат подсудимого нашел причину, чтобы отложить рассмотрение. Кроме того, подсудимый все время жаловался на плохое самочувствие. Всего за 2 месяца до вынесения приговора дело 3 раза было отложено и 7 раз объявлялся перерыв. Тогда никто и подумать не мог, что, дотянув до 18 мая, экс-глава района попадет под амнистию. Вопрос с дорогой опять остался в воздухе, потому что действующая власть района якобы уповала на средства, которые могли вернуться в бюджет. Однако подавать гражданский иск на возмещение ущерба администрация района не спешила. Как нам сообщил наш источник, делом Гусева, поскольку оно шло в разряде особо важных, заинтересовалась ФСБ. В результате их расследования сотрудник, который вел эту работу, был уволен. Позднее он сам в этом признался местным жителям, которых опрашивал. Мы пытались связаться с ним, но он отказался давать интервью и объяснять причины своего увольнения. Глава же сельского поселения от своих обязательств обеспечить нормальную жизнь своим избирателям не отказывался. Сельчане сами признавали, что он активно работает над этим вопросом, но средства выделяет район, в поселении их просто нет. А тут возникла еще одна проблема. Поле, по которому запланировали строительство дороги, имеет сельхозназначение. Предполагаемая дорога, которая должна идти к улице Шуйской, она проходит через поля ОПХ «Вилга». Значит, ОПХ «Вилга». Эти поля находятся у ОПХ «Вилга» в постоянном бессрочном пользовании. Это их земли сельхозназначения. Значит, для того, чтобы сделать дорогу, мы должны поставить ее на кадастровый учет и согласовать именно вот с владельцем этой земли то, что по краю их полей пройдет вот эта вот предполагаемая дорога к улице Шуйской. Как мы выяснили из разговора с главой поселения, согласовывать такие земельные вопросы, границу дороги вдоль поля, нужно через Федеральное агентство научных организаций ФАНО. По словам Саваланина, туда было отправлено как минимум 2 письма от района и от поселения. Ответы до сих пор не получены. Мы обратились в ФАНО с запросом и выяснили, что ОПХ «Вилга» в реестре организаций подведомственных ФАНО России не числится. Неужели об этом не сообщили администрации района? Поскольку строительство дороги постоянно откладывалось по разным причинам, возник вопрос, а почему бы не модернизировать тот самый железнодорожный переезд? Вполне возможно, это будет и дешевле, и быстрее. Железная дорога закрыла без предупреждения переезд, который существовал к улице Шуйской. У нас фактически оказались отрезанными от поселка порядка 30 жителей, которые постоянно зарегистрированы вот на улице Шуйской. Значит, переезд был закрыт в связи с тем, что не соответствует требованиям безопасности. Хотя, в принципе, этот переезд был сделан где-то в годах, наверное, 60-х, когда и строились дома на улице Шуйской. То есть все это время жители им пользовались, и, соответственно, строительство велось через этот переезд. Железная дорога умыла руки. Они сказали, что здесь проезда никогда не было и не будет. То есть нас направляют к властям, у которых тоже нет денег строить железнодорожный переезд. Местная администрация вела переговоры с представителями железной дороги, сотрудниками МЧС, Госкомитетом по безопасности, Транспортной прокуратурой республики. Но переезд так и не удалось открыть. Последняя комиссия, которая проводила исследование из этого переезда опять, это мы проводили буквально в прошлом году, это сентябрь месяц прошлого года. Участвовали представители ГИБДД, участвовали представители железной дороги, администрации нашего района, администрации поселения. Но вывод комиссия оставила прежний. То есть по требованиям безопасности переезд открыт быть не может.
По требованию Минтранса здесь нет определенных зон видимости в обе стороны. Перенести переезд в другое место просто невозможно по той же причине. С одной стороны база ПМС, с другой – железнодорожный мост. По причине ужесточения правил безопасности на железной дороге в стране было закрыто порядка 115 переездов и технических проездов. На данном участке железнодорожного пути открытие железнодорожного переезда общего пользования в установленном законном порядке никогда не осуществлялось. Данный технологический проезд был для работников ОАО РЖД ПМС-263. Указанный проезд являлся несанкционированным проездом при очередной проверке на предмет выявления таких мест через РЖД пути был ликвидирован. По словам представителя РЖД, построить новый переезд нет никаких проблем. Единственное, нужно пройти все процедуры согласования, а также местной администрации найти для этого средства. Монтаж современного переезда со светофором не займет и 2 дней, заверил нас специалист. Администрация, единственное, что можно предложить, вот для открытия железнодорожного переезда, во-первых, необходимо найти инвесторов, которые проплатят все изыскательные работы, сделают расчеты, проекты. Но это все-таки инициатива должна исходить от местной администрации, самоуправления. Не думаю, что Олег Ясинский не знает правил установки переездов и требований к ним. Вероятно, он просто не был на месте этого проезда. Дело в том, что база железнодорожников в Челне законсервирована. У железной дороги больше нет необходимости содержать техпроезд, а за местное население они не отвечают. Невозможность открытия переезда на месте старого подтвердили нам и в Комитете по безопасности и жизнедеятельности. На встрече с местными жителями председатель Николай Федотов ссылался на заключение комиссии и требования федерального ведомства. Выход один – строить дорогу. Встреча в приемной главы Карелии прошла в конце мая. Тогда Федотов заверил жителей, что дорога будет к концу лета. Если взять ту тему с 2011 года, по-моему, если память не изменяет, она уже на 50% решена. И что вы говорите, ничего не делаете, это тоже немножко неправильно. Мост отремонтирован. Тогда, когда мы приехали, и мост был не отремонтирован, я не мог и машины проехать там. Сейчас мы проехали, мост отремонтирован, осталось 500 метров дороги. То есть, вот просто так, что ничего не делает, вот поймите меня правильно, я вас поддерживаю, и вы правы, то, что боретесь. В 2015 году деньги, считаю, уже на 80% найдены. Сейчас заканчивается, вы знаете, все, каждый работа должен сделать проект. То есть делается проект, вот это 500 метров дороги, там 552, по-моему, метра, мне сказали. Я их не мерил сам. Будут там, вы знаете, болото, надо выторховку сделать. Что такое выторховка? Это где-то метр выкопать, туда засыпать большие камни, большими, с карьером уже договоренность есть. И потом все это сыпать уже сверху щебнем и подсевом. И стало ясно, что где-то через, ну так, месяца два, может, 2,5, мы с вами проедем по этой дороге. Федотов не только пообещал, он поставил свою подпись под обязательством проконтролировать ход строительства. Через 2 недели после этой встречи мы вместе с жителями Челны поехали в районный центр на прием к главе администрации Олегу Ермолаеву. В прошлом году мы выезжали, с учетом того, что средств в прошлом году никаких заблаговременно предусмотрено не было, и мы уже были там в конце летнего сезона, а работы мы никакие не успели выполнить. Мы тогда и людям, которые там были, и с Тойо Ивановичем договорились, что в течение вот этого летнего сезона мы эту дорогу сделаем. И сейчас вот проводятся определенные работы, мы выносим в натуру земельные участки, которые там оформлены, чтобы не было никаких пересечений. Ведем взаимодействие с собственниками всех участков по постановке дороги на кадастровый учет. И в течение летнего сезона мы планируем осуществить эти работы. Олег Александрович, давайте говорить правду. Зимой мы ждали решения суда. Суд как таковой вот все истек, и в нашу сторону из суда ничего не выплыло. Ну, к сожалению, значит, по решению суда там было принято решение об амнистии, значит, и никаких решений других не было. Значит, ну, мы будем исполнять полномочия местного значения по ремонту этой дороги. Я не хотел бы называть точный срок, да, скажем, но это этот вот сезон, да, вы знаете, сезон для строительства в Карелии очень короткий, значит, вот в этом сезоне мы это сделаем.
Точный срок просто будет зависеть от того, как быстро подрядчики могут приступить, значит, по отбору подрядчика, который может предложить наименьшую стоимость, значит, мы обязаны провести вот эти процедуры. Это опять же время уходит. Но на это время, да, необходимо, но я еще раз говорю, что в этом сезоне эта дорога будет сделана. Глава администрации заверил жителей, что несмотря на то, что согласования пока нет, дорога будет сделана. На этой встрече мы задали вопрос главе о гражданском иске на возмещение ущерба районному бюджету, который нанес бывший руководитель и попал под амнистию. На тот момент уже прошел почти месяц после оглашения приговора. До конца июня иск должен был быть подан. Мы, администрация, как потерпевшая сторона, имеем право подать гражданский иск о возмещении ущерба. Также это имеет право сделать прокуратура, которая выступала на стороне обвинения. Они тоже могут в интересах муниципального образования гражданский иск. Я думаю, что вот этот вопрос мы решим, ну, скажем так, в течение месяца. Этот вопрос будет решен. Либо прокуратура обратится, либо мы обратимся. 30 июня гражданский иск в Пряжинский районный суд был все-таки подан прокуратурой района. Сейчас в суде рассматривается это дело судьей Прохоровым. С 11 августа заседание было уже трижды отложено. Прокуратура района и республики отказалась от комментариев до вынесения приговора по данному делу, чтобы их выступление не расценили как давление на суд. Как нам пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры, еще неизвестно, как решит суд взыскивать с Гусева эти средства. Полностью или частично, поскольку уголовное преследование было прекращено. Возможно, это будет подсчет среднего заработка. Однако из карточки гражданского дела на сайте суда стало ясно, что прокурор изменил свои требования. Сумма иска увеличилась. До каких пределов, узнаем после решения суда. В конце лета мы вновь побывали на объездной дороге. Хотели убедиться, выполняются ли обещания. Ничего не изменилось. Вот эта дорога, которой нам рекомендуют пользоваться. Сами видите, в каком она состоянии. До сих пор мы продолжаем переписку с властями, и до сих пор нам приходят ответы, что никто ничем не может нам помочь. Как нам выживать, я не знаю. После того, как сделают дорогу, на нашей улице должно вырасти 3 дома. Строительство мы начать не можем, пока нет дороги. Скорая к нам подъехать не может, пожарники нас тоже не потушат. То есть опять замкнутый круг. В скором времени после этой встречи рядом с разбитой дорогой появился новый дорожный знак «Скоро новая дорога». И дорогу действительно начали отсыпать. Только знак этот установила не администрация поселения, как нам удалось выяснить, а застройщики Шуйской слободы, чтобы увеличить стоимость участков и привлечь новых клиентов. Знак, да, поставили, но как бы лукавить не буду. То есть документы подали еще в начале года на рассмотрение. Вот обещали до конца года дать ответ. Не знаю, там, как дадут, не дадут. Ну, вот. Ну, естественно, руководство там надеется на лучшее, что все-таки одобрят. Но самая такая вот загвоздка в чем, это то, что РЖД, чтобы согласовали переезд, соответственно, это будет за счет РЖД. Да, то есть дорогу-то, естественно, будут прокладывать за свой счет, в смысле, фирма. А вот переезд там вот, как бы, не знаю. На километровый участок привезли 500 тонн мелкого щебня. Местные жители опасались, что засыпкой так все и завершится. За осень и весну мелкий щебень просто смоет. Никакого обещанного оканавливания и дренажа пока не видно. Кроме того, нам стало известно, что опытная сельхозстанция, в чьем ведении находится поле, вдоль которого отсыпают дорогу, на действия местных властей собирается подавать в суд. Поскольку, по мнению руководства станции, проводить здесь какие-либо работы нельзя. Первую часть дороги засыпали и разровняли. Как нам рассказал глава поселения, на эти цели было получено 100 тысяч рублей. Во сколько же обойдутся все работы и кто подрядчик, выяснить не удалось. На сайте госзакупок аукцион не объявляли. По словам Тойва Савалайнина, они работают по договору прямого подряда. Следующие 200 метров грунтовки засыпят уже в октябре, когда в новом квартале получат еще 100 тысяч. В отделе экономики района подтвердили, что средства на продолжение этих работ поступили. Мы связались с главой поселения, чтобы встретиться с ним на новой дороге. Он обещал нам дать интервью по итогам, но не раньше того, как будут завершены все работы. Сроки опять же не определены. Местный карьер, откуда возили щебень, временно прекратил работу. И вместе с тем встал вопрос о пешеходах на этих улицах. Если проблема для подъезда личных и служебных авто практически решена, то вот с пешеходами проблемы только начинаются. Представители железной дороги предупредили, как только будет построена дорога, все, кто будет ходить через железнодорожные пути, получат штрафы. Но ходить в школу, амбулаторию и магазин через Виданы, а это круг 9 километров, тоже невозможно. Так что у местной администрации может появиться новая статья расходов.
1 октября завершилось рассмотрение гражданского дела в отношении экс-главы администрации Пряжинского района Константина Гусева. Суд полностью отказал прокуратуре в многомиллионном иске. В ходе рассмотрения этого дела прокурор увеличил исковые требования. В результате, как нам удалось выяснить, с Гусева могли взыскать 31 202 073 рубля. Но этого не случилось. Амнистия Гусева не является судебным актом, устанавливающим виновность в совершении преступления. Таким образом, экс-глава администрации Пряжинского района избежал не только уголовной ответственности, но и материальной. Будет ли обжаловать прокуратура данное решение суда, пока неизвестно.